К всем рыбакам подойдем сейчас. Здрасте, Аморефест, буквально пару вопросов по поводу вина, можно вам задать? Да, пожалуйста. Ну что, цвет насыщенный, с фиолетовыми бликами. Запах щедрый такой, с оттенками плодового джема, сухофрукта и пряности. Ощущается плодово-пряность такая. Танины бархатистые в послевкусии. А впрочем, я небольшой знаток красного. Я больше по белым, понимаете, к рыбке. Палыч, ну-ка что скажешь? А чего ж тут добавишь? Мерло. 17-й год старый лоз. Все?